Да, я начала сегодняшний матч очень хорошо. Я выиграла первый сет 6-0. Но во втором, когда вела 2-0, чуть с концентрацией у меня спала. И она прибавила, начала намного лучше подавать первую подачу, сильно очень. И у нее даже была возможность во втором сете повести. Но я рада, что я второй сет тоже выиграла. Да, я в этом году очень много матчей сыграла, у меня уже есть с этим опыт. Я знаю, что на прошлой неделе я не на очень высоком уровне сыграла турнир, я проиграла раньше, чем хотела, тяжелый матч против Стоузеры. На этой неделе я знала, что если я выиграю вот этот первый матч, который у меня был очень тяжелый и длинный, я его выиграла в двух сетах, то с этой уверенностью я могу попасть в четвертьфинал. И сегодня, даже когда моменты были тяжелые, я знала, что я смогу выиграть этот матч.